Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня на обзоре автоматический тонометр давления AND-UA888AC. Постараюсь не упустить важную информацию и рассказать вам о главных особенностях модели, а вы в свою очередь поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите канал лайком. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить и обязательно активируйте колокольчик, тогда вы не пропустите выход нового ролика. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании. Прибор оснащен большим трехстрочным дисплеем, индикатором аритмии, графическим цветным индикатором повышенного артериального давления по рекомендации ВОЗ, функцией памяти с данными за 30 последних измерений и подсчетом среднего значения. Цифровой автоматический тонометр с манжетой нового поколения AND OptiCuff для рук с длиной окружности плеча 23-37 см. Предназначен для применения в качестве индивидуального средства контроля артериального давления и частоты пульса, а также для динамических наблюдений за изменением параметров в медицинских учреждениях. Отличительная особенность тонометра – это широкий набор потребительских функций по привлекательной цене. Система интеллектуального управления Intellitronics, благодаря которой автоматические тонометры AND на плечо самостоятельно определяют необходимый уровень накачки манжеты в соответствии с особенностями давления пользователя. При этом процесс измерения становится быстрым, точным и безболезненным. Простое и легкое управление от одной кнопки. Тексты на приборе написаны на русском языке. Манжета позволяет использовать прибор людям любой комплекции. Манжета, выполненная из мягкого гипоаллергенного материала, легко и плотно крепится на руку. А благодаря увеличенному объему камеры и измерения происходят быстрее с большим комфортом. Гарантия на основной блок измерителя артериального давления в корпусе составляет 10 лет. Тонометр работает от 4 пальчиковых батареек тип AA или от сетевого адаптера, который не входит в комплект подставки. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие главные стороны выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Неинформативен. При нескольких проверках подряд выдает разные значения. Манжета все-таки великовата. Точность измерений под вопросом. Заниженные показатели давления. Не всегда надувает манжету до нужного давления, рано останавливается. Маленькая память. Теперь перейдем к положительным. В целом простой и удобный тонометр. Удобный в обращении тонометр небольшого размера. Измерение происходит за одну накачку давления. Удобен в использовании для пожилого человека. Удобное и понятное управление. Манжета средней длины подходит и взрослым, и детям. Не занимает много места. Все данные, которые нужны, показывает. Чтобы приобрести прибор по выгодной цене, переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на канал и комментируйте мои обзоры. Буду благодарен за поддержку лайками. А чтобы не пропустить выход нового видео, включите колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».